Так, всем добрый день. Вышел с собачинцей погулять. Какой-то пакетик лежит в ящике почтовом из Финляндии. На ощупь даже не представляю, что такое. Ну, начнем потрошить. Так. Ну. Оказалось, обычные резинки для волос. Сколько у нас их тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12 штук. Заказывала дочка. Стоит недорого. Деньги за них уже вернули. Потому что шли очень долго. Ну, подробности под видео, ссылка там же. Все, всем пока. Если что, лайкаем, комментируем, дизлайкаем.